Прибыв на строительную площадку в Восточном Дареме, Англия, волонтеры спасательной организации British Horse Society животных были шокированы увиденным. Только подойдя, увидели, что это лошадь, которая почти утонула в грязи, они заметили, что она едва дышит. Волонтеры не теряли ни минуты, обессиленную лошадь подняли командой из 5 человек. Она была в ужасном состоянии, слабая, еле живая, потрепанная и грязная, она не могла стоять на ногах. Неизвестно, сколько она пролежала в земле, но одно было известно точно, кто-то оставил больную лошадь умирать. Из-за низкого уровня белка в крови, ей пришлось сделать несколько процедур переливания крови. Потребовалось более 5 недель, чтобы лошадь вновь смогла стоять самостоятельно. В центре сотрудники постригли Хейди и обнаружили на ее коже жуткие пролежни и раны, процесс лечения которой тоже оказался нелегким. Лошадь начала медленно идти к выздоровлению. Прошли долгие месяцы, и, наконец, ее глаза засияли, раны затянулись, а на теле начала отрастать новая шерстка. По словам персонала, сегодня эта красавица наслаждается жизнью. Хейди живет в просторном вольере на природе, участвует в разных мероприятиях, она всегда накормлена и любима. Вот и вся история, не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.